стала известна точка съемки сериала «Адам Фарах» во втором сезоне. Фияс Думан станет точкой съемки сериала «Адам Фер» в новом сезоне. Осталось несколько дней до финала сезона сериала «Адам Фарах» на телеканале «Факс». В среду, 31 мая, в эфир выйдет 14-я серия сериала, после чего команда уйдет на летний перерыв. Сильный сюжет сериала с Энгином Атуреком и Димет Аздемир в главных ролях сделает зрителей еще более любопытными благодаря совершенно новым событиям во втором сезоне. Сериал «Степфер» готовит финал сезона, но появление Фияза Думана, который включен в актерский состав, также имеет большое значение. Фияз Думан, ослепивший своей великолепной игрой в сериале «Кадын», который длился 3 сезона, очаровал зрителей разными сериалами в последующий период. Родившийся в 1982 году в Мардине, актер получил множество предложений от продюсеров после того, как дебютировал со своим персонажем Арифом в сериале «Кадын». Актер, которого мы наблюдали в роли Назыма в сериале «Дан», позже принял участие в сериалах «Лжецы и свечи» и «Мой сын». Актер, который также снялся в сериале «Modern Eastern Tales», снятом для цифрового формата, вернулся на съемочную площадку после годичного перерыва с сериалом «Степфер». Это отличный шанс для Фияза Думана, который продемонстрировал мастерство в изображении эмоциональных персонажей и внес значительный вклад во все постановки, в которых он снимался до сих пор, присоединиться к сериалу «Адам Фер». Среди таких важных имен, как Энгин Акюрик, Димет Аздемир, Али Сюрмели, Фират Таниш, Синан Кара, Мустафа Авкеран, Лале Башар, на этот раз мы также напишем имя Фияза Думана. Подготовленный таким ценным актерским составом, сериал «Адам Фер» имеет возможность сделать хороший рейтинговый выход во втором сезоне. Давайте посмотрим, кто еще будет участвовать в сюжете, кроме Фияза Думана. Потому что сценаристы должны больше привлечь внимание к сериалу «Адам Фер», создав сильные точки притяжения для второго сезона. Если этого не произойдет, то придется признать тот факт, что сериал не достиг хороших рейтингов, несмотря на большую поддержку социальных сетей в этом сезоне в сентябре. Фияз Думан, которого можно будет увидеть в роли Бихнама, отца Керимших, в 14-й новой серии, которая выйдет